Во взрослую жизнь с отличными результатами по ЕГЭ. Испытание позади, настало время подвести итоги аттестации. Глава Минобра Наталья Семенова поделилась новостями с журналистами на пресс-конференции. В этом году 100 баллов по русскому языку получило 19 выпускников. Это на 9 человек больше, чем прошлым летом. Физику юные ульяновцы тоже подтянули. Несколько ребят сдали предмет на 5. Впервые у нас несколько лет не было 100 бальников по физике. В этом году их 3. И у нас в этом году 4 ребенка, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов по 2 предметам. Чтобы получить 400 баллов, надо как следует подготовиться. Марс Кадышев из 79-й гимназии получил высшие баллы по истории и обществознанию. Для того, чтобы расширить интеллектуальные горизонты, Марс изучал университетскую литературу. Готовился сам, без репетиторов. Юноша планирует стать юристом. Он уже подал заявление в несколько российских вузов. Отличник признался, не все предметы давались ему легко. Ну, если честно, как ни удивительно, мне давался сложнее всего русский язык, хотя я тоже сдал его, ну, вполне отлично, 96 баллов. А история с обществознанием, ну, я чувствовал, что это как будто мое, и хорошо было. Минобр еще проводит подсчеты результатов ЕГЭ. По оперативной информации, на утро 4 августа 100 баллов по экзамену получили 45 школьников. Для сравнения, это на 36% больше, чем в прошлом году. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.